Борьбой, и кольцами кружит над ними чудная проповедь за Сандары куда? Сандары куда? Догоните на гребень, а я и серию, и чесол, юг от отцов это арч, юг от отцов это черни, ю покаяла костак, ес, еста, и серень гала, знамен на землю пала, и сон на шапер, на лара, лара, уясь, я уж. Второй мешок другой. В западне заводной мелодрамы и в прогибе дурных скоростей только бритвенный ангел Шаламов знает гиблую цену людей. Обернись на бегу, пропадая, полузверь обнаженной души. На скале теплота золотая перепрячет осевшую жизнь. И вжимая хрипящие пальцы в ту тупую, отвесную тьму, натянуться, вдохнуть и взорваться из судьбы меловую трубу. А в стране победившего гноя тихо чавкает красная топь, и в норе, нарядившись собой, я седлаю свое помело. Более легкомысленная такая басня. Министры и канистры, историческая басня на злобу дня. Вез бахмистр хитр и рослый, воз канистр тустр и пестр. А министр шустр и востр вдруг бахмистр встрел у ростр. Стой, бахмистр, дай канистры, говорит министр бахмистру. Я канистры по кадастру сдам в реестр государства. Шиш, министр, шибко быстро зашипел в ответ бахмистр. Брать бери, да без ухарства, их нельзя сдать государству. Стык канистры не лежат и списанию подлежат. То всегда мешает росту, что бывает не по густу. Спасибо. Браво! Это фотограф уросту, он мне объяснил. Что, мы можем, во-первых, мы поздравляем всех лауреатов. Во-вторых, мы приглашаем присылать тексты на премию «Нонконформизм. Поступок 2019». Вот. А еще у нас для желающих, для тех, кто смел и успел, вот, есть несколько книг в подарок, можно взять. Эта книга, это посмертно вышедшая книга «Уйди, уйди». То есть, собственно, премия, которую мы вручили Егору Радову, спецпремию посмертно, она пошла на издание этой книги. Это вот ограниченный тираж. Эта книга издана в издательстве независимой газеты. Это последняя книга Егора Радова. Поэтому, кто хочет, может получить ее в подарок.